обратились ко мне Inmate и Кирилл, которые также будут участвовать в Кубке Крабов по Лолу, про который я рассказывал в первой части трансляции. Кто не слышал, тот может потом посмотреть запись, узнать регламент соревнований и все остальные части. А пока Inmate может с Кириллом сказать там привет аудитории, не знаю. Привет, аудитория. Да, видимо, они что-то не очень счастливы этим днем. Мы в Лол выиграем. Какое счастье может быть, когда мы играем в Лол? А ты куда? Ну, смотри, я вроде бы типа нафармил 180, да, вот он нафармил 90, но у него больше, и за счет фрагов. У кого? У этого викинга? А сколько у него фрагов? 25. А у меня 9. Это очень много. Ну, он умирал как бы тоже много, я не знаю, тут за смерть деньги снимают. А кто больше всего убил, какой герой? Викинг. Викинг, вот который вчера у нас был тоже. Когда я играл в первую игру, за которого. А, да, с двумя топорами вспомнил. Что-то я хотел спросить, ты в мини-гольф ездил на Киевскую играть, что ли? Нет, на этот парк культуры. А, понял. Из-за ебаного дождя там, короче, были ненормальные дорожки и просто пошли похавали. Бывает. Ни разу не было в мини-гольф. Вчера был в этом... Блядь, я опять нажал на этот блядский комикс. Вчера я был тоже в этом самом, как его, блядь, в европейском, где боулинг, но там говёный оказался довольно боулинг. И потом, короче, причем называется боулинг-паб, но, блин, когда в пабе из пива только разливной Хайнекен, это как-то вообще не по-человечески. Дорожки пиздец узкие. Ну, это как бы не сами дорожки узкие, а пространство вот это, которое, то есть... Когда я сел, я сначала думал, что, ну, там стол и с обеих сторон по два дивана. Я, естественно, думал, что как бы, ну, это все наше. Оказалось, что ты стол и диван делишь соседней дорожкой, блядь. То есть там либо две дорожки сразу надо занимать, либо хуй его знает. Так, что я хотел-то? Действительно, что ты хотел? Мой клинок. Ну, видимо, рассказать про всю эту хуйню. Потом пошли в игровые автоматы. Ну как, не игровые автоматы, а вот эти детские автоматы. Но в этой комнате я быстро ёбнулся, короче, потому что она мне напомнила тест у невропатолога, где тебе закрытые глаза светят фонарями, блядь. Настолько там много света, блядь, и все это в темноте, что меня блевать потянуло, что я немедленно исполнил. Ох, что это твоя cool story. Да. Про разблевать в туалете и каких-то детских конкурсов. Конечно, конечно. Так, друзья, ну, я так понимаю, сегодня вот начинается, 24 часа будем в Лол шпилить. Мы как бы не обговорили это, но похоже на то. А возможно, так, и все. Я сейчас справлюсь. Проверьте в Гугле, сколько корейцев умерли. О, призыватель вышел во время выбора чемпионов. Вот я тоже хочу, как бы, сыграть в Лолу и умереть. Мой клинок. А чё ты чем? Почему вообще ничего не работает там? Не знаю, у меня все равно работает. Ну ты на каком-нибудь канале можешь банить там и так далее? Да. Странно, у меня почему-то не прогружается. Кто хочет стать модераторами, сейчас вот пишите в чат, я назначу первых, допустим, 5, которых увижу, у которых никнейм не будет ебануто. А, например, вот эту улыбу, да? Ну, я пока еще даже не зашел. Ну, блять, а я напишу. Давай, Илья, раз... попробуй первых 5 найти. Там такая жара происходит. Так, ладно, хорошо, тогда кто признается первым в том, что он гомосек, тот и станет модератором. Так, что-то, блять, у нас одни. Походу, нас одни гомосеки смотрят. Ну, это не столь принципиально. В общем, я все равно никого модератором назначать не собирался, можете успокоиться. Что касается Лола, что я хотел сказать-то? А, нас очень много спрашивают, почему мы играем на русском сервере. Ну, мы же русские. Правильно, русские мы. И татары, чуваши. Ну, все мы русские. Я русский, слышите? Играю на русском парни, сервере. Парни, мы же русские, правильно? Россия для русских. Же есть. Мы жители одной страны, как пел Александр Пистолетов. Что-то я эту песню не могу себе. Русский. Как там он? Не, ну он пират, но кроме этого он еще и русский. Гагарин первый космонавт. Калашник лучший автомат. Не-не, не знаю, человек не продолжает. Я знаю, что модератор, но банить, ну, нету. Президент наш комбат. Кнопки бана нету.
иконки моей. Странно. Все. Битва началась. Воу-воу-воу. Мне опять надо лес помочь, ребяточки. О, в этот раз, Илюха, давай, агитируй. Хотя, если я... В прошлый раз ты добил, давай-ка исправляйся. Давай, я пойду в лес. Сейчас у меня, короче, смаг, и если я добиваю, я просто овню мид. Да блин, ну мне лес фармить надо. Ты видел, какой я отсосный был? Потому что у меня не было баф. Дело не в том, что ты баф не забрал. Как не в том? Я крипов, блин... У меня же спелл, который убивает крипа с одного выстрела, кулдаунится и так далее. Я шим спамлю, по идее. Ну, парень, главное, я сейчас оформлю протексиков и готов. Просто у меня и одного голема забрали, за которого голды дотянули, и второго, которого... Ну, голды, ты опыт-то получил. За второго-то нет. И хватит ныть, короче, Кирилл, пойду так, я. Так, подожди, ты опыт не получаешь, если я добиваю грибов? Нет, второго голема у меня забрали. А, противники? Да, то есть первого ты забрал, второго они, и, естественно... И кто больше, мудак или соперники? Да тут, короче, просто надо это успеть забрать по-быстренькому. Илья, тогда это, у тебя задание сейчас, короче. Ты кого взял-то вообще? Не знаю. А-а-а, понял. Мастер И. Это тот, который нас убивал постоянно. Но он, видимо, очень любил тыкать глазом в микроскоп, и у него осталась куча, блядь, вот этих хуёвин в ебальнике. Короче, Илья, сейчас со мной побежишь, поможешь мне голема убить? Безусловно. Только а мне-то дадут за него хоть что-нибудь? Тебе опыт за него дадут, и ты... Точно дадут опыт? Да, только ты его добивать ни в коем случае не должен. Понял тебя. Но ты же лесной персонаж. Я и не собирался. Иначе скорость моего фарма упадет очень сильно. Ну, я смотрю, против нас опять Амуму играет. Ну и? Этот первый, который непонятно чучело какое-то. Ну вот лучница, она как бы, блядь, быстро разваливается. Хотя я, помнишь, собрал тогда криты на ней, и она так, блядь, с руки ебашила. Так она вчера, вот эта лучница меня вчера на 1000 кританула-то. Стрелы этой, морозная или холод, или как-то. Ну да, да, она такая, типа, троксы, короче. Стрела победы. Я думал, у меня самый голем коп на планете, но эти ребята меня раз за разом разубеждают. Слушай, это... Инмейт. Ну, где? Вот здесь голем стоит? Да-да. Все, Илья, оттуда. Поморгал. Ща, погоди. Чё-то я вообще ничего не слышу в этой игре, ну ладно. Все, я в центр ушел. Так я же победитель по жизни. А, вот он. За мной беги. Да, бегу. А он уже сразу респится, то есть он уже там стоит. В 1.51 он респится. Понял. Ты мне его помогаешь и уходишь на лайн, там пачку крипов ты пропустишь немного. Но ты получишь почти второй левел. Давай потанцуем пока что. Давай. Да, блин, двигайся, товарищи. Да у тебя самый дурацкий танец, инмейт, ну это просто пиздец, как стриптизерша в гей-клубе, ну заканчивай. Сейчас, подожди. Иди сюда. А потом еще спрашивают, почему лол так популярен. Где еще медведь может трахать скелетона, который танцует для... Я не знаю, что у меня за герой. Смотри, тут еще какой-то чувак пришел. Ему скучно понимает. Одному. Нормально. Дискотека. Харлем шейк. Так, что еще я умею? Ладно, все, пора играть. Пора, расходимся. Вот бэд. Player Pro, если смотришь стрим, уйди просто, короче, пожалуйста. А то сейчас эти, потеряешь топоры свои, не дай бог. Смотри, он чешет тебя. Нет, все. Это весь лол просто вот вкратце сейчас показали. Ну да. А прикинь, ну в Доте же тоже ввели что-то похожее, там Терценк может быть. Да, но это такая хуйня. На леща теле. Это не то! Нас обманули. А этих будем? Ну, не, этих нельзя, пойдем. Слышь, короче, какая-то шлюха пришла, которая вот, мне просто ебич прописывает. С какого? Просто бей большого бей. А, просто. Большого, просто бей его, и когда у него останется мало хп, мне надо его добить. Илья, еще пару ударов, еще один удар. Все. Спасибо, Илья, большое тебе. Я могу уходить, да? Да. Спасибо огромное. Мы жители большой страны. Так, ну у меня на лайне опять мне придется одному стоять и тут Амуму и... Не знаю, короче. Какая-то вообще херня безногая, блядь, на зубочистках бегающая. Ты получаешь удовольствие? Что ты? Да, ну... я получаю. Я всегда расслабленно получаю удовольствие от всего в этой жизни. Особенно сегодня. У меня вообще-то хорошее настроение.
Тут есть персонаж, который петуха вешает на соперника, и тот еще и кукарекать начинает. Я бы этого, блядь, персонажа пистоном бы назвал, но тут он по-другому называется, к сожалению. Пистолетов? Не, пистолетов он просто член достает, начинает дрюкать его. Че, Мить, мы его гангнем? Я потому что с двумя бафами... Давай, и... да, изи, кстати, я тогда беру на два дэмэдж, поехали. Сейчас, подожди. Я прохорашиваю, прохорашиваю. Потом уже. Приходи ко мне, потому что у меня как бы лайн вообще... Все, теперь... я погнал. Замедляю. Я еще и забыл купить даже. А у него есть хилка, что ли, какая-то? Не знаю. Бежим, бежим, я бью. Все, хорош. И мне тоже, да, денег дали, по-моему? Да, да. Вот это было профессионально. Взяли два бафа, гангнули. Ну, как бы это уже даже не вторая игра в лол. Ну да, стараемся. Сейчас я еще сапог куплю. Ну, в комментариях на Ютьюбе вас все равно нубами, никчемными называют. Хотя это может потому, что с моей камеры ведется запись. На каком Ютубе? Да там какой-то хуй, блядь, ворует записи с Твича и выкладывает. А ты можешь его зарепортить? Не, не могу, потому что скорее даже если я начну Твич заливать на Ютьюб, он меня может зарепортить, потому что он первый придумал. Ну, появляется раньше. Да, ну тут как бы можно, блядь, конечно, доебаться до X-Media, и наверняка по правам они там вот так и забанят его, но, блядь, я же настолько ленив, что это вообще невозможно. Я видел, у него просто 20 тысяч подписчиков. Твич Мэдисон, да, называется? Да-да-да, что-то такое. Ну, давай не будем пиарить. Хотя можете, блядь, пиарить, какая разница, если кому-то неудобно. Смотри, я тебя один хуй. Да, по большому счету я же никуда не выкладываю, а с 20 тысяч подписчиков лавы не поимеешь, так что пусть он там эти 20 баксов, блядь. Тебе надо с партнерку и кидать на канал ссылку. На канале-то можно? Что, в МИД подойдешь? Нет? Можно сейчас, 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 быстренько добью это. У меня кара просто не на КД, надо ее спустить. Кара вечная или какая? Да. Понял тебя. Я потихоньку-то начинаю пробивать, она, кстати, даже себе купила какую-то ебалу на замедление. Как же тут башни с двух... Вот под башнями тут крипов вообще фармить нереально. То есть, блядь, башня убивает с одной тычки ебаного хотя крипа. Хотя бы показывает, кого бьет, тоже есть такое. Это, кстати, с двумя бафами, ну так быстро лес фармится вообще, заебись. Я иду. Давай-давай. Готов? Она очень аккуратно стоит. У него она вард, походу, поставила. Не-не-не, зашкварилась. Еще меня бесит то, что в дотке, вот у меня сейчас я бы стоял один против двоих, и у меня бы уже был там, я не знаю, блядь, шестой левел, а у них четвертый у двоих. Ну тут, блин, они меня закидывают говном. Просто хорош. Блин, вот это, вот такой лоу мне нравится. Прям потеешь там, все, скоро на дракона пойдем. Я смотрю, смотрел какие-то гайды. Я? Да. Ну, да, старый гайд, просто сейчас его реализовать получается, вроде как. Мы же тот раз просто сыграли, как узнали, что медведь стоит в лесу, так и больше не играем. Все, Амум меня выебал. Ну ладно. Ты, если мало хп, ты ори. Вот я, например, сейчас снизу убью героя. Че? Я же Зевс, в конце концов. Куча-то пришла, но у нее очень мало хп. Призрачный клинок и сум. Я сейчас, наверное, во вражеский лес пойду у крипов воровать. Заберу сейчас два бафа, опять гангну мид и убегу в вражеский лес. И либо или я гангну, посмотрим. Че-то... Смотри, я с четвертого уровня на миде, лол. Я седьмой, лол. Похуй. Трайхардот она такая. Стряна, приходи потом на топ, короче, а то меня туебли один разок уже, когда я крипов пошел. Да, сейчас вдвоем нереально против двоих стоять, конечно. Это тебе не дает. Вообще очкую, да? Они вон. Давай, давай, я врываюсь. Ну давай, подкинешь ее, я замедлю. Нет, замедлила меня. Ладно, хрен с ней. Не ульта будет, наверное, ее сам убью. Ладно. Я просто, у меня все равно это голема, это не пока на КД. Сейчас вот появится. Чего нельзя шмотки себе принести вот на лайн? Так было бы круто. Да. Может, можно, кстати. Почему мне постоянно выпадает, блять, одному стоять, я не понимаю. Ребят, если есть ну, кто-то... Ну я тоже стою один. Ну ты-то на миду стоишь, а против меня двое. Ребят, если есть кто-то, кто готов со мной на лайне стоять, пишите, пожалуйста. О, ко мне Амум идет, Илья. Да, и второй СС циркуль, блядь, я не знаю, да, кто. Да, да, вон они идут. Ноги циркули, они тоже съебались. Илья, Илья, надо сюда подойти, они голема пытаются забрать. Ща. А у них не получается что-то. Ну забей тогда, я не пойду. Это просто единственный момент, когда я пофармить могу без этих говноедов, блядь, на лайне.
Че, давай с ними там поговорим. Давай. Я сейчас подойду, я пробежу, ты? Они какие-то не очень за мной зашквариваются. Че ты, блядь, туалетный? Едемся, живем, блядь. Пиздец, этот... Че происходило? Ну вот это ж стерва стрельнула. Не, стерва-то да, а почему до этого у нас так все плохо стало? Ну, блин, все нормально вроде было. Не, а муму... А, вот же, лог боя. Все, смотрю. Стерва мне нанесла 90 урона, это вообще забей. Ну, а мне нанесла 724. 724? Все мое хп снесла. Я не знаю вообще чего она, типа магический дамеж на пистоле. Я, короче, хуй знает. Кейк, а ты жив? Интересно, нет, я умер тоже. Просто тут этот циркуль, он один как бы... Что за урод вообще? Ты на него смотришь, что ли? Да, какая-то каракатица, блин. Ее Бир Гриллс бы сразу съел, короче. Блядь. Я сам подумаю об этом. Ну ладно, короче. Мне просто кажется, что скоро вернется и Амуму, и... Если он не стоит в кустах уже сейчас. Интересно тоже, что вот они взяли и по таймингу появления голема прям пришли сюда. Ну, это вы набили тут. Ой-ой-ой, опять, блядь, сука. Я, наверное, не уйду. Уйдешь ли, я верю в тебя. Ну, ты хоть иногда помогал мне, ни разу еще на мой лоб. Меня только что убили, как я помочь-то могу? Я пытался забрать голема, меня убили. Сейчас заберу голема, там появился второй. Сейчас я его заберу, и может тогда помогу опять. Что значит опять? Ты еще ни разу не пришел. Ну, я не тебе просто помогал до этого. Так, кстати, лучше. А когда покупаешь карточки вот эти, типа там Акали медсестра, Амуму, блядь, супергерой, то они реально в игре выглядеть начинают так или только на картинках в меню? Так. В игре, я видел Илья медведя другого. Mm-hmm. То есть, как бы, Акали медсестра, это очень заманчиво. Короче, бегающий этот даун меня напрягает. Блядь, ну она и стоит заманчиво. Мне кажется, реально, блядь, тёлку в костюме медсестры можно за те же самые деньги склеить. Нет, ты можешь накопить просто те же... Дают игровую валюту, просто копи на нее и все. Тому прям подбегает, короче, не хочет это самое. Давай, вали отсюда, Амуму, блядь. Может, я сильнее? Я просто не знаю даже. Не-не, Амуму танк, типа, жесткий, короче, и... На этом все. Давайте я подойду тоже. Я далеко очень, ребят, я к вам не подойду. А, у меня в центр все кидауны бегают. Слушай, они реально тоже по КД големов забирают. А я даже не знал раньше, что там какие-то бафы. Не то, что раньше, я вчера не знал об этом. Амуму первый космонавт. Даю. Так, ну я здесь уже, давай, Мэтт. Да, блядь, видишь, что они творят? Да, все, понял. Ща прыгну на Амуму. Оп. Он умер, да, второго лучше. Не-не-не, у меня, что-то, мне кажется, я сдохну. В пизду пойду, отхилюсь и куплю говна. Может, типа, подремся? Нет, ну, не чувствую осталось. Себя достаточно хорошим игроком для того, чтобы подраться, тем более я никого не вижу, и с двумя хп я опять умру. Тут, короче, викинг леса фармит и за мной бежит. Да, он типа ходит, гангает периодически из лесу. Еще за содействие вообще не дает. Блин. Еще я вроде прыгал, блять. Печаль, зря я тогда залез туда. Хотел голема у них украсть. А там викинг, а босс. Так, влетаешь... этой хуйни что-то мне говорили. Блядь, че я там делаю? Короче, похуй. Илья говорит, куна крипов юзай. Зачем-то? Видимо, какая-то дешевая херня. Ну, или ну да, может быть, типа добивать. Так, а влетать как лучше? Типа Е нажимаешь, потом Q у врага, и потом с руки или че? Или, блять, ультой? Прочитаю, что напишут. Ультай, я вообще не понял. Короче, пусть напишет, как мне влетать в противника. Давай, напади, короче, я не кто-нибудь знаю. Нормальный пост напишите, именно без всяких там, хорошо. Бля, Е жми. Год справим. Ну вот. Так, а дальше что? Ну, бью, хуй знает. Бью. Не, умираю. Нет, ну, опять вообще никакого урона, нихуя. Я, блядь, не понимаю. Не, ты в стане был, Илья, там было видно. Тебя какой-то цепочкой завязали. А викинг у нас отмороженный какой-то. Да, у нас кидать, ребят, два внизу стояли вообще убитые. Я сейчас смотрю, типа, вот у них... Опять какая-то хуйня, блядь. Где дамаг ёбаный у героев? Я вообще не понимаю. Ульт, ЕК с руки. ЕК, а потом с руки бьешь, потом на В. Ну, я так и сделал, блядь. Включил ульт, Е, блядь. Влетел с Q, начал с руки бить. И вообще нихуя.
Вообще ничего не понимаю. Бред какой-то ебаный, блядь. Скажите, что Илья сделал не так, если он все нажал, то, что вы сказали. Стал играть в лол. Да похоже на то. Да блядь, ну это пиздец. Только игра начала нравиться. Е, блядь, Q, с руки. АП, АП собирай, говорят. Какой АП, что это? Говорят, блядь? У тебя итемов нету, поэтому ты и не дамажишь, тебе вещи нужны, говорят. Да ну говно какое-то, блядь, вообще пиздец. А что такое АП? Ну, вещь на атак пауэр, ну, на магический вот этот урон. Опять на магический, что? Сейчас викинг просто, короче, стоит подвижки, просто отдаётся, лол. Бить, что за хуйня? Не знаю, викинг у нас вообще отбитый. Может, хотел хп снять, типа, чтобы сильнее бить? Я, конечно, не уверен. Не, что он похож на Хускара, на самом деле, по своей этой тематике. Мне, кстати, это два бафа принесли. Я викинга убил под бафами двумя. Значит, заебись. Он просто, он прибежал и просто отдался. Это что за хуйня вообще? Он просто вот с 10 вот этими хп подбежал, его с удара убили. Я буду лить игру за жесть, спасибо ему, Левай. Что-то такое написал. Пидор, блин. Нет, пидор есть везде, слушайте. Особенно в лоле. Ну да, так... вероятность этих пидора в лоле гораздо выше, чем... Чисто из самой игры скорее. Ну, блять, посмотрите на крипов, как они выглядят. Я вот даже бить их. Да хуй с ними, с крипами, понимаешь, пидоры. Они, блядь, вот. Единственное, с чем в России удается хорошо пока бороться, это с пидорами. Угу. Единственный страх, который все через жопу, но с пидорами борется. И блядь, короче, она реально сдает позиции вот из таких игр, как лол. Так может, слушайте, сдадимся тогда и новую, потому что этот пидор реально. Да, а что, мы не выиграем, что ли, у них? Мне кажется, нет. Да, нет, ну 9-18, давай. При том, что у нас чувачило фидит нон-стоп. Ну и сейчас вот на топе двоих убьем, и будет 11-18. И Джейс вон что-то, блин. Они сейчас на него скилл-то потратят, и надо войти просто. Как-то можно же зарепортить там или что-то такое. Как-то можно зарепортить, кто-нибудь подскажите там, что-нибудь сделать, нагадить, короче, хоть как-то. Насчет DZ, гудок сейчас должен найти колесо, прийти в город, собрать машину, и тогда можно будет пойти в DZ. Кстати, если кто-то знает хорошие сервера, это приватные, можете написать, пожалуйста? Здесь тачки. Слово о пидорах, да? Так, сколько у него хп снизу? У него 600 хп, у меня ульта вносит на 462. Может быть, убьем его? Блин, я так далеко. Силу меньше, еще 60 доберу, на самом деле, мне вообще нормально будет. Того получается 500 дэмэджа уже. Надо дракона забрать, мне кажется. Вот можно. Мне кажется, надо просто идти убить кого-то, вообще хоть где-то. Давайте, я вниз бегу. Ну что, хп реально немного. Можно ему уехать за это. Тут еще один. И викинг, и викинг. Викинг еще баф можно отнять. Я с ультой, можно. Постоянно под бафами бегает один раз. Все, нападай уже, давай. Блин, я бегу, но я далеко, и они тауэр успевают убить. А у тебя замедления никаких нету? У него кручение какое-то есть, Юль, я знаю. Ну там уже, мне кажется, у него хватает, чтобы ты его с ульты захуял. А пойдем, может, пойдемте на дракона сразу? Может, просто блять, это... ёбаный в рот, тут мне я замедлил. Охуели. Спасибо, мне кажется, не поможет. Ну, скорость охуеть как. Какой он целеустремлённый-то, а? Блять, он сдох от этой хуйни. Пойдемте дракона вышку, сначала. Лучше вышку, дракон типа никуда не денется. Дракон, а, блин, как никуда не... Не, теперь я хоть понял, блядь, что он действительно дамажит. Сейчас я это увидел, блядь, но чтобы это понять, это реально надо охуеть. Клинок алчности. Призрачный грань значительно усиливает критический. Тонну урона, тройственный союз, блядь. Ой, как хорошо вышки на фокус. Вышку забираем, у меня хватает на офигенный итем. Погнали дракона быстро. Да, 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 да. Попробуем. Мне сейчас надо где-то 500 маны нахватить, то есть где-то так не 4 делим. Да хера на раз нам скставать, короче. Или по 8, да, нет, там мало нас скставать. Вы сейчас где? Давайте все вместе ходить. Дракона пиздим. Понял. Не, он халявный, его на 5-м левеле можно забирать. Я не знаю, у меня по нему... Я говорил, у них варды стоят. Не уверен, кстати, он мимо прошел. Не-не, он заметил, просто обоссался. Стрельнуть хочет? Хуй ему, блядь. И друзья, так, я не убегу, наверное, беги ты.
А че, у тебя спринта нету? У меня есть спринт, но там... Хотя нет, убежал, смотри-ка. В спринтах, я слышал, это помогает. Я еще... Ну, может, подраться, строй, давай. Да-да-да, я тут. Давай, давай. Подрались, ребят. А че, заебись, я сейчас на спринте просто убегу. Остальным что делать? Меня отхуярили. Бля, вообще пиздец, бьешь его, и в итоге он тебя убивает один хуй. Сколько раз я ему в ебальник дал уже, и три итема есть, блядь, и толку-то. Бред какой. А ты какие шмотки покупаешь? Да на, хуй знает, рекомендуемые. Да. Тебе надо не на демедж, а на АП собирать, на магические... Бля, это вообще не работает, чувак. Ну там такой смехотворный демедж, блядь. Пишут. У меня вообще нет магических, блядь, атак, о чем ты говоришь? О, а нет, вот эта хуйня, 250, даже если я соберу, ну это бред. Шанс дополнительный. Блядь. Каждому шанс нанести дополнительный магический. Самое противное в этих фидерах, он пофидел, а теперь что-то старается. Один, блядь, пидорас написал, блядь, собирать нахуй шмотки на урон с руки, блядь, тут нахуй опять эти, блядь, шляпы собирать магические. В пизду. АД, красные мечи. О, короче, низ, вот это надо двоих убить, они реально слабые. Гагарин, первый космонавт. А тем временем? Че там? О. Че? Вижу. Замес какой-то. Бижу его. Рукой. Аккуратно, ударю. А-а-а, все, пизда. Там четверо еще надо отступать. А, блять, после убийства еще откатываются эти говенные умения. Блять. Спаси меня, мой друг. Блять, горю нахуй, не баф. Куда не баф? Ребят, не убивайте меня, пожалуйста. Откуда, блять, мне не баф? А, ну это пиздец, конечно. Ладно, где наш не пропадал, ща. Че там красный меч какой-то надо урон покупать, урон с руки, скажи. Вампиризм, сейчас я тебе скажу, я что знаю. Просто, блять, название мне ебаное, скажи. Кровопийца, наверное. Кровопийца? Да, наверное, кровопийца, красный меч. 7 сил атаки, 12 вампиризма, увеличивается на 1 вампиризм. Вот, да, вот что-то такое тебе надо. Понял. Вампириз, эта хуйня, вот прозраться, она просто полкарты занимает. А, у меня монитор просто большой. Она не занимает. А тебя убило? Блять, давай. Ёб твою. Не хочешь вернуться? Да я развернулся, но толк. Хотя. Только дэмэдж внес, блять, по ним. Нормально, ребят. Нахуй живой! А что ты хуйня вообще делает? И ладно, живой, жив цел, орел. Жив цел. Рекомендованные защитные предметы. Да, они там все бафы по КД забирают. Хоть мы можно, это... можно забирать их и забирать у них их бафы. Да, 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 ну сейчас вот этот заберу баф. Че это? Ты меня почти же ман накопился, я пробую шмотку сейчас. 64, 672. А зачем ты пукан взрываешь свой? А, потому что каждый раз, когда я кастую, у меня шмотка усиливается. Это мне больше маны, и когда я наберу еще 70 маны, у меня апнется шмотка. Так, наверху двое нападают. Такие вещи знать надо. Нахуй. Ой, так это вы, монстры, блять, мобы игр, и играете целыми днями в лол. Я так пришел. Посмотреть. Че там?
Тут где-то бегает Эш и еще кто-то. Все, право по шмотку, заебись. На шарму не бьем, сзади. О! Давайте, парни, я верю в вас, мне пока. Их прям вообще много. Ой-ой, блин, ну чё этот, блин, петух не помогает? Не хочешь помочь на это? В смысле? Ты меня видишь, меня отпиздил. Я тебя поймаю, да. Пытаюсь. А? Бля, эти... Летел. Я не понимаю. Да, блядь, умри ты, нахуй, сукин сын. Говно какое-то, мы вот разделились, мы втроём справа были с викингом и с этим, с молотком, с этим придурком. И они просто кинули меня. Под нами. Они просто меня кинули, это... Пидорасы. Гагарин первый космонавт, блять, ну... Дай им стенку-то. Не, кулдаун? Так-то. Понял. Стенку. А чё он не прыгает? Одного я убил, давай так. И что? А, мана, блять, кончилась, что ли, что? Хуй знает. Это я добью. Не из так-то бас горит. Да, лол. Все печально начинается. У него есть самый лучший меч. Самый лучший меч. Заходил вчера. Ты еще. А, ебать меня. В жопу этого медведя, вертолет у нас. Так, 400-ки надо, короче, где-то взять, и я развалю всех. 400-ки, это, бля, они за 15 секунд набегут. Давай этого, может, лакофана, ну, попробуем отпиздить. Ну да-да-да, пойдем, мне просто... Что меня будет вернуться на базу, чтобы закупиться. Давай, замедляй его как-нибудь, мне похер как. А, обязательно. Нихуя себе. Очень он быстро. Блин, ну у меня прикончился прямо перед его лицом. Ну, блядь, неужели... Давай-давай. Хорошо, или я как монстр. И дракона сразу. Ага. О, вард стоит. Ты видел? Уходи, уходи. Вард да, стоит. Да, но уйти тут уже не вариант. Они прям реально там варды стоят. Еблысь. И все. Вот они задроты. Да, да, и забирают. Я говорю, и в тот раз я почему сказал, я был уверен, что на них варды стоят, и пока они живы, мы его не заберем. Ну, мы забрали. Ну да, но они почти успели. Надо съебаться отсюда. Так, ну ладно, я более-менее понял. Следующий раз будет полегче. На миде двое. Так, и стоит того, что 400 я так не набрал, потому что я тут пробегал. Говышку отдадим, но я доформлю. Да, тут четверо. С жесткий там. Давай я тогда к тебе бегу, потому что тут четверо, может мы вдвоем того заберем. Ну они дальше пойдут, я думаю. Ну, нихера у него арбалет. Или почти что это как, вообще почти сделано? Как мой хуй. Я такой сейчас на базу. Надеюсь, что успеваю, да, он меня не видел. 3, 2, 1, блядь, сбил уёбок. Смотрите, его нечего, да? У нас вообще кроме, блядь, стенки. Во, кстати, может посоветовать какие-нибудь героя со станом мне, чтобы хоть какая-то была польза, когда, блядь, догоняем, чтобы я стан хуярил. А то, считай, у нас только медведь назад откидывает, и стенка, которая на вперед не всегда поставить с руки. Слушай, а чё я телепортируюсь вообще, понятно? Стой, блядь. Ты мне чё? Да, хотел, чтобы ты крепочков доставил, а то чё-то. Да давай товар сломаем просто и все. Не, всем денежка дастся. Так, а что мы имеем с гуси? Я опять один играю в плюс. Так, видишь, сзади. А, вы не хотите его убить? Видел, как я вернулся? Ну, да, хотим, наверное. Беги, беги, беги. Ну, да, типа, не, убить его хочу, но как-нибудь потом. Ну, я тебе. Илья, убегай пижу, просто. Пижу. Там Амуму еще. Ну все уже. Да бегать, блядь, неинтересно, от всех убегать, нахуй, говно как. Ну а что мы сейчас можем делать? Тут еще как башня меня въебала на 600, блядь, ебаная.
Так, блядь, нахуй на спринтах. Ну все, с кровопийцей-то я буду вообще как нахуй. Король, наверняка. Просто мне кажется, они ливать должны уже. Непонятно, почему остаются. Как тут матчмейкинг, кстати, работает? Кто-нибудь знает? А там прям лобби создается такое и как бы нормально гамается. Видимо, тоже просто пятерых ищет и все. Или ты про обычный, который мы сейчас играем? Ну да, да. Вот как вот соперников по уровню подбирают, потому что я еще не видел людей, которые варды ставят на драконикам ебаным. Да, я, так я что, в прошлый... ты про союзников? Нет, и союзники-то наши вообще ничего не делают. Так, Илья, ты представляешь, как я удивился в прошлой игре, когда у меня просто... Мы берем красного голема, а они уже моего синего забирают. Ну, мэйд, не... блин, отпизди их там, я не знаю. Ну, я один, как бы, я не знаю. Один я не хочу с ним драться. Я иду. Не надо знаю, вон эту... В доте ты отпиздил один. Ну, чтобы, понимаешь, это в том, что это лол. Понял. Че, нападаем на них? И, опять же, троих бы я, наверное, убил бы. Если бы они аккуратно шли и не дрались со мной. Блин, а Мому заходит с фланга. О, стрела, увернулись. Да ёб. Их пятеро уже здесь. Да. Да, у меня просто высосал, лол. Это, блядь, вообще ненормально. Да-да-да, это как пугна сосёт, короче. Ты кастуешь ульту сейчас? Ну, убейся! Не, ульту я успел кастовать. А. Блин, там все такие куцаны остались. Ну, мы втроём дрались так-то. Ну да. Ну, у нас викинг сплитпушит вверх, как бы, я надеюсь, он тавр хотя бы. Ну и какой-то даун отсасывает внизу. С арбалетом молотом. Да это да, это вообще забей. Ну, а нахуй не дерется. Молот-арбалет, это самое, блядь, лучшее описание этой хуйни, которая у него в руках, по-моему. Слушай, как вообще так получается, что против нас трайхарды, которые ставят варда, забирают големов, а у нас чувак, который ходит через атаку и понять ничего. Как вообще происходит? Ну еще я тоже пока ничего понять не могу. Даже не знаю, что сказать. Илья, ты, видимо, не смотрел за тем чуваком. Нам ингибиты разъебали. Во сне подеремся. Да, я только родился. Сплять. Сейчас нечем спануть. Нечем защитить. Вон того чувака вышка убила вообще. Ну, что за бред? Да, все-таки в лесу, видимо, реально руны нужны. Я как-то вроде по КД все эти успеваю фармить, но так это все это не. Ну, на лайне не сравнится с этим, короче. Да. То ли хрен знает, то ли вроде просто. Ты кого-то и пиздишь еще, в отличие от меня, 14 левел. Так я говорю, как-то тут, не знаю, несравнимо. Все-таки как на лайне можно пофармить, и как в лесу. Хотя, с другой стороны, может... Ты за счет гангов должен, по-моему, подниматься. Ну, блин, нормально вроде гангл. Там вначале убили аж два раза, четвертого была. Потом, что-то, не знаю. Да, это, на самом деле, это не показатель. Эти пидорасы вначале нафидил этот 4 раза, тот тоже 4. Может, поэтому только они отфармились больше гораздо. Ну, точнее, начали уже меня хуярить, а я уже не смог ничего сделать. Давай, я зубочистку поймал. Она меня напугала. Убежал. Сзади выше. Да, ребят, надо прям за зубочисткой бежать и в ту сторону разворачиваться. Она не убить их не дать на развороте? Ёптить. Да, да. Давай, бей его. Не могу пока. А почему? Сейчас вернусь и буду. Я уже умер, Илья. Сейчас уже не надо возвращаться. Да, ну ладно. О, Муму. Так. Могу купить. Надо крещено эту шляпу нахоботить где-то. Надо за вертолетика поиграть, он вроде как такой. Трудный такан, блять. Кольчуга. Все, я шестислотовый нахуй. Сейчас-то вообще пиздец. Горят Тарика, у него стан и хил. Не знаю, что это за герой. Донатить, наверное, надо на него. Да насрать там еще у меня есть. Я могу этих говноедов продавать, новых покупать, блять. Так да? Без конца, конечно. Там, правда, естественно, ты теряешь в этом, но потом можно просто написать еще раз письмецо, чтобы мне еще деньжат закинули. Супер донат. Да ладно, еще я свой реал вложил. Это вот те деньги, которые вы мне жертвуете. Я трачу их на то, чтобы героев в лоле покупать.
а не вовсе на новые видеокамеры. Кто-то тратит На баб. донат на свадьбы, кто-то на пьянки, кто-то на квартиры, а я, блядь, на героев в Лоле. Потому что я геймер настоящий. Не то, что все эти. До мозга костей до конца. Ты обязан купить да, костюм. Да, конец у меня особенно сестры. Геймерский. Ты обязан купить этот сет Акали. Меня, короче, по-любому... Нет, сет Акали слишком... Нужен долбанный баф, что красный, что синий. И пойти и развалить их. Хоть Акали это единственный герой, которым я убил. 15 героев. Единственный раз в этом говне. Блин, дракона тут по КД нету, короче. Хер с ним с драконом, там опять нашего убили, типа, ну... О-о-о, я их нашел. Давайте в пятером только в этот раз. Нет меня пока. Я нет. боюсь самому, просто здесь не один. Ну, а их там двое максимум. Максимум? Уверен? Да, 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 двое уверен. Да, действительно. Судя по тому, как они от меня бегут. Ать! Понял? Ты далеко за ним бежал. Понял. А ингибитор там растет на боте у нас? Да. Тут самый какой-то чувак отделился, начал со мной один на один драться и получил пизды за это. Забейся, я троих там подержал все это время. Все. Так чё, какая ситуация? Критическая сейчас или ещё? Сейчас вверх идем, но ситуация давно критическая. Ой. Сейчас вверх дефить идем. А я пока за сплит пушу. У меня, мне кажется, большой потенциал в этом плане. Сейчас нам ингибитор еще не сломают, и, блядь, твой потенциал просто к хуям пойдет. Не бомби, инмейт, все нормально. Ты посмотри, что происходит. Что происходит? Нас просто АОЕ разносит. А Муму просто там... Нашествие воронов. Я сезон. Уже почти трон несу, парни. Ну, продержитесь хоть немного-то. Погоди, Игорь Линк, ты что ли? Трон несешь? Почти. ГГ. Трех сторон у нас нет. Ну, вот славная игра. Давай. А теперь с той стороны ломают тоже ГГ? Ну там мобы очень сильные, короче. Да мобы-то хуйня, нет. Какие сдаться? Вы что, жарите, что ли? Я уже почти допушил, ребят. Ну блин, потерпите немного. Нервный смех. Все, я отступаю. Мой пуш закончен. Или нет, сейчас я его выебу. Ну-ка, ну-ка. Опа, опа. Самый... Это, кстати, самый лох из них. Верю, да, Илья. Давай, просто, давай, просто, давай, Илья. Просто пизжу. Но видишь, у него есть какие-то умения, а у меня нихуя нету, блядь, умения никакого. Это что за говно? Медитация. Ну, помедитирую постоянно на базе. А чё же я это дерьмо не жал никогда? 650 здоровья восстанавливает 10. Действительно, мне, мне никто не сказал, что это полезное умение. Все писали куе, Макси, я даже не обратил внимания, что у меня есть такая хуйня. Ты не пробовал сам читать? Нет, я, блядь, пронзатель атомты купил. Или продал. Нет, это заебись. Пронзатель атомты? Да. А. Ну, будем надеяться. Ну, боритесь пока. Ингибиты, то, что лайн пронесли, это полная хуйня. Вышки-то, конечно, нет. Еще нижний стоит, поэтому заебись. Вышки, конечно, не установятся, но ингибитор... Да, ингибиторы. Амуму, отпусти меня. А давай их убьем. Да? Так всегда начинается моя смерть. Ну да, вот она. Когда я тебя брал? Ну, как обычно, нас отпиздили. Я, походу, сам себя убиваю об него. Отчаяние. Амума внушает отчаяние окружающим врагам, а чего не теряет процент своего здоровья. Давай! Ну, второй скилл. Ну, заебись. Он отхилился. Это какая-то контра медведю, который... Ёпта! Отстань! Отъебись! Сук! Олух, блядь. Обычная атака 1802 гангли, снес. Гангли все делали, просто... У нее та же самая херня, блядь. Не, не та же самая. Короче, бля, в пизду, в следующий раз буду каким-нибудь ёбаным вообще похуй кем. Комбата бери. Комбат в натуре. Вот это заебись. Президент наш комбат, в конце концов. Сука, ну и погода в Москве. Реально говно. Ни в мини-гольф поиграть нихуя. Только лол. Только хардкор. Ну, кстати, надо отбить трон дальше. Ох, ебать, как они уехали-то. Неприятно.
Да. Не Ой, получилось. какая-то Все, херня. я на саппорте следующую игру, чтобы все уж было уверено. Случается, инмейт, главное, не расстраивайся.